안녕하십니까? 대한고려인협회 한국어 온라인 수업입니다. 오늘은 7차 시예요. Здравствуйте! Это онлайн уроки корейского языка, проводимые Ассоциацией Курьюсарам в Республике Корея. Сегодня у нас с вами седьмой урок. И сегодняшний урок, он достаточно простой, легкий. Темы несложные, и поэтому, я думаю, мы с вами за один урок разберем сразу две грамматики. Вторым видео на этой неделе будет, как обычно, экзамен. Видео выложим сразу после практики, которая проводится по субботам. И вы сможете попрактиковать сразу уже очередной урок по учебнику. Полностью проверить себя, протестировать свои знания. Ну что ж, давайте тогда начнем. 네, 시작할까요? 좋아요. 책에서는 제 3과예요. По учебнику у нас с вами третий урок. 그리고 오늘은 2020년 8월 11일 화요일이에요. 네, 그래서 제목은 열쇠가 어디에 있어요? 열쇠가 어디에 있어요? Посмотрите, пожалуйста, как читается вот это слово. 열쇠. Вот дифтонг, который мы пишем как ОИ, обычно он такой у нас коварный, он вводит в заблуждение многих, да, видя, что на конце у нас И стоит, многие читают его как-то там ВИ, по-разному, да, как И читают на конце, но на самом деле читается как ВЭ. Угу. Запомните, такой коварный дифтонг. Поэтому читаем ЙОЛЬСЕ. ЙОЛЬСЕ. ЙОЛЬСЕ – это ключ. Ёльсега у нас, да? Ёльсега. Помним. Окончание ига обозначает именительный падеж. Значит, у нас что, да? Ключ. Ёльсега. Одие истоё. Оди, мы знаем, переводится как где. И у нас здесь с вами окончание э мы видим. Так вот, запомните, тема сегодняшнего урока – это когда мы к существительному добавляем окончание «э» и «иссойо». «Э» и «иссойо». «Иссойо» мы знаем, переводится как «есть», «быть», «находиться», «иметься». Да? То есть, значит, тоже тогда означает «э». Вот окончание «э» обозначает на русский язык, это может быть «в», либо «на», то есть обозначает местонахождение. Когда мы говорим о том, где находится, да, «оди» – это «где», и мы еще добавляем окончание «э», то есть тем самым показывая, что нам важно место, да, где находится. Значит, 열쇠가 어디에 있어요? Ну и, к примеру, 책상, забегу немного вперед, покажу вам, да. 책상 – это, кто помнит? 책상 – это парта, да. 책상 – ви. Ви – это вверх. Переводится вверх, а мы хотим теперь сказать, что на верху. Значит, в русском языке мы ставим предлог на и говорим вверху, а в корейском языке мы добавляем окончание э. Получается, 책상 위에. На верху. На верху парты, да? Вот обратите внимание, в корейском языке у нас все шиворот на выворот, да? Помните, в прошлом уроке я вам говорила, что корейское предложение строится таким образом, что глагол всегда в конце стоит, точнее, сказуемое. То есть, если, например, в русском языке, да, мы говорим «я ем яблоко», мы сразу понимаем, что кто, затем что делает, ем, да, яблоко, ем что, яблоко. А вот в корейском языке мы сначала скажем «я», а потом «яблоко», а потом уже в самом конце узнаем, что мы делаем с этим яблоком. Едим его, просто на него смотрим, или я яблоко мою, я яблоко выбрасываю, я яблоко ем, да? То есть узнаем только в самом конце о том, что же делаем.
сказуемое в конце. И вот по аналогии с данным как бы порядком предложения, вот у нас не только сказуемое, да, вот мы в конец уходим, но и в принципе в большинстве случаев, когда что-то переводим, мы всегда с конца начинаем переводить. Сейчас я вам покажу. То есть у нас обычно получается, если это, скажем, предложение, да, то мы начинаем отсюда переводить вот так, и вот так, и вот так. Таким образом у нас идет предложение, да, наоборот идет. И поэтому вот перевод, скажем, с корейского на русский, устный сурдоперевод, это всегда такое трудности вызывает. И поэтому всегда очень корявенько получается. То есть мы говорим «я яблоко», а потом уже да, «ем». Точно так же, если наоборот переводим. Вот такая есть особенность. Поэтому здесь то же самое. Да? «Чаксан ви е». «Э» — это у нас «на», потом «ви» — это «вверх», получается «на», «вверху», а потом уже «парты». Ну, по-русски мы скажем просто «на парте», да? Чаксан вие. Чаксан вие. Иссою. И вот смотрите, то же самое, да? Лежит на парте. По-русски мы просто скажем, лежит на парте. Вот так, таким образом, да? А по-корейски наоборот. Чаксан вие иссою. Не, чусумнида. А еще одно давайте предложение разберем. Ну, скажем, мама находится дома. Мама будет у нас как? Оммага. Тоже мы помним, что в корейском языке подлежащее в начале, да, стоит, и мы выделяем его окончанием ига. Оммага. Да? Тип. Тип. А как скажем теперь дома в русском языке мы падеж, да? Добавляем. Тебе. Сойо. Видите, как легко. Находится, есть, лежит, да? Вот ключ у нас лежит, а мама находится дома. Или просто есть, да? Это все будет иссойо. Оммага тебе иссойо. Поэтому всегда, когда мы переводим, мы сначала находим подлежащее «оммага», потом переходим в конец «мама находится», а потом уже таким образом, что с конца в начало, да, прыгаем как бы. «Мама находится дома». «Оммага тебе иссайо». «Оммага тебе иссайо». Ну, давайте еще какое-нибудь предложение. Сестренка в школе. Сестренка в школе. Сначала подлежащее. Дуга. Тунсэнь. Тунсэнь может быть братишка, сестренка. Если хотите сказать, что именно сестренка, тогда йо тунсэнь. Скажем, у вас и братик, и сестренка есть. Йо тунсэнь. Школа будет. Хакё. Хакё. Э. Иссайо. Сестренка находится в школе. Братишка, давайте сделаем для равновесия. Братишка в садике. Нам донсэни. Садик будет ючиван. Ючиване иссайо. Ючиван садик. В садике будет ючиване находится иссайо. Угу. Многие, наверное, знают, что есть еще ясельки у нас, да, то, что до садика это будет ориничип. Ориничип. Угу. Сначала, значит, ориничип, потом ючион, кригу чодэнгакё, чунгакё, кудэнгакё, кригу дэхакё. Вот. Возможно, у кого-то есть дети, и, думаю, такая важная информация о том, что мы должны с вами знать то, что в Корее Кудынхаккё — это у нас старшая школа.
То есть по-русски это идет 10-11 класс, да? В Корее это последние 3 года. То есть кудынакё это не является общеобразовательным как бы курсом, да? Поэтому в кудынакё не обязательно, то есть государство, оно не обязано обучать детей в кудынакё. Об этом нужно помнить, потому что многие родители, когда отправляют детей в школы здесь, они считают, что как в России, как в СНГ, что это все еще среднее общеобразовательный курс считается, и поэтому что дети просто автоматически в любом случае попадут в кудынакё, в старшую школу. Но на самом деле это не так. Поэтому если у вас вдруг есть дети, то такой вот совет, вы должны обратить внимание на их оценки в чумакё, в средней школе. То есть оценки должны быть хорошими для того, чтобы уже с этими оценками они могли, прям вот знаете, как в университет, могли поступать, то есть они должны набрать проходной балл для поступления в кудынакё. Вот такая важная информация для тех, у кого есть дети. Ну, извините, отвлеклась. Давайте дальше посмотрим. Кошель. Кошель у нас это зал. Да? Вот как мы скажем, нампён. Нампён это муж, супруг. Супруг находится в зале. Угу, пожалуйста. Нампёни. И окончание, да? Нампёни. Кошель. Зал. А теперь в зале. Кошере иссоё. Нампёни. Кошере иссоё. Угу. Хорошо. Дальше посмотрим слово. Ане. Жена. Пан. Комната. И давайте скажем, что жена находится в комнате. Анега. Пан. Комната. В комнате будет пане иссоё. Угу. Дальше. Ёльсе. Ёльсе, мы сказали, это будет ключ. Такца. Такца это столик. Небольшой столик, да? Вот типа как журнального столика, наверное. Значит, ёльсега. Такца. А у нас еще есть с вами слово ви. Ви это на, да? Давайте скажем на столике. Такца ви э иссоё. Ёльсега такца вие иссоё. Такца вие иссоё. Ключ находится на столике. А давайте сделаем ключ находится в кармане. Ключ в кармане. Чумони будет карман. Пожалуйста, попробуйте сделать ключ в кармане. Хорошо, надеюсь, сделали. 열쇠가 주머니에 있어요. Тоже, да, местонахождение. Где же у нас ключ? А, ключ в кармане. 열쇠가 주머니에 있어요. 좋아요. 자, ви мы знаем на. Бубу. Бубу – это будет супруги. Сон. Сон – это кисть руки. То есть вот эта часть – это будет сон. Вот эта часть полностью – это будет паль. Паль. Вот это сон. Как в английском языке, да, вот мы тоже знаем. Hand – это сон. Кригу янбок. Янбок. Бок мы встречаем с вами в словах, например, ханбок. Ханбок знаем, да? Хан. Хангук. Корейский бок костюм. Ну, получается, корейское платье будет ханбок. А корейку суёнбок. Суёнбок. Суён плавание, суёнбок. Ну, получается, купальный костюм. Корейку кёбок. Кё. Хаккё. Бок. Тоже костюм. Получается, школьная форма, да? Так вот, это вот бок означает какой-либо костюм, одежду.
Yang – это обозначает, что западная одежда. Ну, как мы знаем, да, что изначально корейцы не носили пиджак, брюки, вот классический костюм, носили ханбок, а потом, когда классический костюм западный попал в Корею, то стали его называть как западный костюм. Ну, получается, Yangbok. Yangbok – это у нас классический костюм. Обычно на собеседование, да, надевают. Кригу чатта. Чатта – искать. Давайте вспомним, как же мы, скажем, ищу, ищет. В корейском языке тоже хорошо, то, что глагол, он у нас не спрягается, да, то есть у нас ищу, ищет, все будет одинаково. Это мы добавляли окончание а-йо, о-йо. Помним? Ну вот давайте посмотрим. Та-та. Да, убираем. Остается основа. Чат. В основе у нас последняя гласная а. Значит, добавляем ца-да-йо. Ищу, ищет, ищут, да? По числам тоже не изменяется. И значит, ну скажем, давайте ищу ключ. Или ищет ключ. Ёльсе. Ёльсе чадайо. Сокращенно можно так. Ёльсе чадайо. В будущем вы пройдете грамматику руль. Уль-руль. Ёльсе руль. Чадайо. Ищу ключ. Винительный падеж. Руль. Хорошо. Вот это наши сегодня новые слова. Дальше. Давайте посмотрим, что же у нас дальше. Следующие слова. We. Это наверху. Вверх, да, мы сказали? Вверх, точнее. We. We. Да? We пишем слитно. Are. Are. Но так как у нас здесь e уже есть, произносится, да, поэтому просто are можно. Are. Wenzhok. Wenzhok – это лево. Поэтому, когда говорим слева, мы говорим вэнцоге. Урэнцог. Урэнцог – это право. Справа будет урэнцоге. Угу. Кригу, яги посео, чексан, вие, чеги иссоё. Ви. Добавляем э, везде окончание. Чексан вие. 연필이 있어요. 아니요. 책상 위에 있어요? 아니죠. 보세요. 연필이 어디에 있어요? 연필이 책상 아래에 있어요. 네. 아래. 그 다음 시계. 이거 시계죠. 시계가 어디에 있어요? 아, 미안해요. 죄송합니다. 시계가 아니라 여기서는 중요한 게 창문이에요. Почему 창문, да? Вот сразу можно заметить окончание ига, значит, сейчас нам важно, что же, где же находится у нас окно. 창문이 어디에 있어요? 이게 오른쪽에 있어요. 오른쪽에 있어요. То есть справа от часов, да? 시계 오른쪽에 있어요. 시계가 어디에 있어요? 여기는 이제 시계. 아, здесь уже важно часы, да? 시계가 어디에 있어요? 창문 왼쪽에 있어요. 맞나요? Правильно. 시계가 часы слева от окна. А, часы справа от окна, простите. 창문 오른쪽에 시계가 있어요. Да? А здесь наоборот получается. 시계가 아, 시계 왼쪽에 창문이 있어요. Ну вот, перепутала все. Право-лево. Ну ничего, вы это еще попрактикуете на уроке. Давайте посмотрим дальше.
В принципе, эта грамматика, я думаю, вам понятна. Давайте посмотрим еще вот эти слова. Это у нас как раз-таки с вами вторая грамматика. Мунпоп и. Мунпоп, грамматика и. Вичио. Вичио. Вичи – это местонахождение. О – это слова. Да? Мы знаем с вами слово. Хангуго. О – язык, слова. Вичио – слова, обозначающие местонахождение. Тви. Сзади. Сзади будет тве. Каунде. Каунде. Да, можно. Можно просто каунде. Э уже есть. Каунде – это посередине. То есть вот этот человек, он находится каунде. А этот человек находится тве. И сарамен тве иссойо. И сарамен 가운데에 있어요. 그리고 이 사람은 어디에 있어요? 이 사람은 앞에 있어요. 그쵸? 그리고 안. 안, это внутри. Мы видим, да? 아, 아내가 어디에 있어요? 아내가 방, комната, 방 안에 있어요. 아내가, жена, 방, комнате, внутри комнаты, 방 안에 있어요, внутри. А это уже пак, снаружи. То есть, если даже мы нарисуем коробочку, вот это у нас будет с вами 안, да? А все, что вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, 여기, 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 이거 다 пак. Угу. 그래서 남편은 어디에 있어요? 남편은 밖에 있어요. 나 улице можем сказать, да? 밖에 있어요. 밖에. 그리고 이거 뭐죠? 강아지예요. 강아지. 강아지는 어디에 있어요? 강아지는 의자. 의자 어디에? 위. 의자 위에 있어요. 아, 죄송해요. 으흠. 강아지는 의자 위에 있어요. 그리고 이거는 강아지는 어디에 있어요? 강아지는 의자 위에 있어요? 아니죠. 의자 밑에 있어요. 좋아요. 그리고 마지막 그림은 사이. 사이. 사이 может быть как отношения, да? Например, у нас с вами было слово 부부. Супруги, помним, да? 부부 사이. Скажем, отношения между супругами. А может быть как просто между. 선생님이 어디에 있어요? 선생님이 학생들 사이에 있어요. Между учениками, да? 사이에 있어요. 네, 좋아요. 그러면 이제 следующее у нас уже идет с вами Йонсеп. Йонсеп, я думаю, вы уже сделаете в субботу. Потренируетесь с учителями, которые ведут разговорный урок. Я думаю, что грамматика, в принципе, легкая, простая. Если все-таки есть какие-то уроки, пожалуйста, спрашивайте. Ну, на этом сегодняшний урок закончим. 여기까지 하겠습니다. 수고하셨습니다.